День, дорогие друзья, мы находимся на улице Невской напротив легендарного заведения Три Семерки у Степы. Если кто помнит, смотрите, как Степа, я даже не знал, сделал красиво эту надпись. Стоим на месте бывшего базарчика на Невской. Сейчас тут хоп, ничего нету, супермаркет Фидеско и новострой. Вот наша улица, любимая всеми, Невская. Там Олденкомбанк разместился, бары Сёпина расширились, Мугурел стал Пикассой, и магазин потеснился слегка. Вот эта улица Невская, сегодня 14 июля. Между домами 38 и 36.
машинка с овощами и фруктами. Хорошие цены. Невская 38/2 и дом Невская 40. Сейчас мы продвинемся по дворам, посмотрим, как у нас дела обстоят сегодня в 17 году на Невской 40, Невская 38/2 и 3. Невская 40. И 38/2 справа от меня. Буриканы. 2017 год. Невская 40. Второй подъезд. Невская 38. Невская 40. Сидим на высокой скамеечке напротив подъездов. Третий подъезд.
Тверская, 38. Дробь 1, дробь 2, дробь 3. Невская, 40. Гаражи за домом. Невская, 38, дробь 3. О, еще табличка осталась. Вон она. На русском языке. Невская. Прикольно. Раритет. Выход из дворов Невской, 40 и 38, на Маринеску, загородную Маринеску. Там вот общаги справа, слева. Сейчас идем туда. И мы по узкой тропинке такой секретной. Вот как красиво тут. Мы вышли в начало Маринеску, загородной. Вот тут как мы на углу стоим, вышли с узкой красивой тропинки. И вот дорога, ведущая в сторону Альфы. Это в сторону Дурлежской проходной завода Альфы. Красивая тенистая улочка. Люди так озираются дико, как будто какой-то десант натовский. Thank you.
улица загородная, видим издалека почту на Невской. Сейчас приблизимся. Оп. Улица загородная, пристройки такие прикольные, прямо как частные дома. Вот я от общаги там вперед Энгельса, бывшая, сейчас Алба Юлия. Какая симпатичная элементарка пристроилась возле последней общаги. Палисадничек такой. Красиво. Улица загородная. Очень уютно. Даже скамеечки какие-то есть там. Открывается дом под номером Невская 38/1, 2 и 3. Тут что-то раньше был частный дом, сейчас здесь будет новостроем пахнет. Вот. Там вдалеке улица загородная, но это видать все-таки Маринеску, какая она извилистая и непонятная. Оказывается, мы на Тофан улице, узнал молодого человека, а не на Маринеску. Маринеску, оказывается, обрывается. Вон детский сад. Вот этот автобусик давно здесь, наверное, стоит. Тут вот примостился такая терраска в магазинчике. Магазинчик очень давно, я помню, и сделали такую террасочку милую. Вон там перед нами Невская и почта видна отсюда. Это элементарка уютненькая. На улице Тофан. Невская 49, Невская 51. Наш знаменитый бар Кипарис. Или Сосны, как его называли. Алиментарка рядом с почтой. И новый барчик открылся с террасочкой возле почты. Недорогие цены. Почта. Телеграф. Красиво облагородили тротуар у барчика. Милый газон, уютная стояночка. Красиво. Цветочки у входа. Невская 49 и Невская 51. Продолжение следует...
Невская 51, стоим на углу Невской 49. Дробь 2, Невская. Какие милые котята. Женщина добрая душа, кормит их, видать. Первый подъезд Невской 49. Такая тень глубокая, виноград, какая-то слива. И там впереди Алиментара. Давно я там не был. Когда-то я жил на Невской. Невская 49, первый подъезд. Такая беседка красивая, тень глубокая. Площадка. Невская 49. Пробьет ли наша Соня через стекла автомобиля магазин? Не знаю. Почти на Невской, но это, однако, у нас дом, перед нами 19/1, 19/2 с правой стороны. Вот он, 19/2. За моей спиной магазин маленький, но не стал снимать, там народ отдыхает. А чтобы их снять, надо им всем выставить. Командировочных нам не выдали еще. На это голубятня. Красивая, прикольная голубятня. Интересно, голуби там есть? Не знаю. Тут у нас и Невская 50, 49, 47. И Мариневку 19/2. И 19/1 слева от меня. Вот Мариневку 19/2. Дворик, общий двор, люди отдыхают. Пора покупать GoPro, цеплять на голову, встраивать ее в шляпу, чтобы не было заметно. Маринеску 19/2. Нет, сюда определенно нужно приходить утром.
в рабочий день, что вечером все отдыхают и смущаются, когда их снимают. Голубятня. Интересно, голуби есть там или нету? Дробь 1 Маринеску. Напротив Маринеску 19/2. Маринеску 19/1 за моей спиной. Маринеску 19/1. Интересная площадка, пустая, и замок на ней. Красивый дом. Выход с Маринеску на Невскую. Вид на улицу Невскую. Базарчик импровизированный. Аптека справа. Слева магазин. Бывшая Алиментара, Мугурел. Сейчас ресторан Пикассо. Вот слева Алиментарка. И вот ресторан Пикассо. Культовый. Улица Невская. Стоим на Маринеску. На месте бывшего базарчика примостился новострой. О, какой здоровый. Бонус. Остановка на Невской и Энгельс. Это бонус.